Заповедники Мурманской области – места интересные, необычные. На территории нашего региона расположены три заповедника – Пасвик, Кандалакшский и Лапландский. Он старейший в Заполярье, основан в 1930 году в Мончегорском районе. Доступ туристов в него ограничен – это охраняемая территория. Но визит сюда может запомниться на всю жизнь. Ведь именно здесь можно своими глазами увидеть птиц и животных Заполярья, познакомиться с дикой северной природой. Лапландский заповедник – уникальный уголок нетронутой северной природы. Сложно поверить, но уже почти 9 десятков лет ученые здесь ведут наблюдения за птицами, животными, природой. Почти на 3000 квадратных километрах здесь живут олени, лоси, росомахи, куницы, а уж всех видов птиц и грызунов просто не перечесть. Лапландский заповедник – еще и один из крупнейших в Европе. В 1985 году решением ЮНЕСКО он был включен во всемирную сеть биосферных резервов. Ценность заповедника – древние нетронутые леса. Их возраст, по оценкам ученых, составляет от 3 до 10 тысяч лет. Возраст некоторых деревьев – 400, а то и 600 лет. Здесь преобладают хвойные породы – сосна фриза и сибирская ель. Очень важна и фауна – дикие северные животные, которые обитают здесь под пристальным наблюдением ученых. Алекс Гелязов – ученый-зоолог. В Лапландском заповеднике работает более 40 лет. Человек, влюбленный в свою профессию, о повадках лесных обитателей может рассказывать часами, особенно о северных оленях. За них этой зимой ученый особенно переживает. Снежный покров в этом году очень глубокий – около метра. Так бывает в конце зимы. А это значит, что животным сложно передвигаться и питаться. Не бывало глубокий снег, еще были оттепели, снег уплотнился. Почему плохо? Потому что самый главный объект наш, охраняемый в смысле, северная олень, он зимой он питается, выкапывая из-под снега ягель, ну и другие корма, там брусничник, там чернику и прочее. Но главное, что откапывает. Когда глубокие снега, может брать висячие такие эпифитные лишайники с деревьев. Лишайников на деревьях с каждым годом все меньше, а недостаток корма осложняет жизнь животных. Сейчас на территории Лапландского заповедника обитает три оленьих стада, около 1000 голов. В прошлом году учеными была проведена большая работа по включению западной популяции северного оленя в Красную книгу России. И очень важно, чтобы оленей не стало меньше. Много проблем доставляет глубокий снег и лосям. Крупным тяжелым животным очень сложно передвигаться. К счастью, в Лапландском заповеднике мало хищников, лосям они не угрожают. А вот для медведей глубокий снег – это благо. Он укрывает берлоги и обеспечивает спокойствие косолапым. Ведь мало кто знает, но медведи, особенно медведицы, зимой спят неглубоко. Для них зима – время размножения. Нет такой глубокой спячки, как у сусликов там, или других животных, которые практически можно их трогать, они, у них температура тела понижается и прочее. А медведь, он как бы дремлет. Они, медведи ведь рожают в это время, в конце января, феврале. Хорошо сказывается обилие снега и на развитии растений. Летом можно ожидать обильной зелени и цветения. Главное, чтобы лето снова не было холодным, ведь растения – это корм для многих животных и грызунов. Снежный покров глубокий, когда он, ну, как, это как шуба. То есть те клубеньки, луковки, там, растения, которые живут, вернее, на почвенные растения, потом землеройки, мешевидные, грызуны, вот им-то хорошо. То есть это хорошая, богатая шуба, и они вот под вот этой шубой живут хорошо. Жизнь там кипит, в принципе-то, под снежным покровом. Жизнь в Лапландском заповеднике кипит всюду. Здесь можно увидеть редких птиц и зверей своими глазами. Прямо возле усадьбы заповедника на Чунозере побелевшие на зиму куропатки важно прохаживаются между деревьями. Близко к людям подлетают кукши, а пестрые рябчики и вовсе охотно позируют на камеру. Их, похоже, присутствие человека не смущает. На территории поселка живут несколько куниц, кукша. Но поскольку здесь через территорию проходит еще ручей, тут и норка, выдра, аляпка, редкие виды такие живут. Ну, конечно, такие спутники человека, там синица, большая синица. Мы отправились на поиски куницы. В усадьбе ее следы повсюду. На сугробах, на крышах домиков. Хитрый и умный хищник в поисках легкой добычи бывает даже залезает в дом к сотрудникам заповедника. Хулиганит. Но это, к счастью, случается редко. Ходили долго, но куницу нам встретить так и не удалось. Зато мы нашли следы зверька, который крайне редко зимой выходит из-под снега.
Наш проводник Алекс Гелязов рассказал нам, что вот это следы бурозубки живет, этот зверь в лесной подстилке, температура тела его выше 40 градусов, очень высокий метаболизм, питается он насекомыми, и поэтому есть ему нужно просто круглые сутки. Представьте, как сложно сделать это зимой. С виду бурозубка похожа на мышь, нос у нее удлиненный, чтобы легче добывать насекомых. Из-за высокой температуры тела этот прожорливый грызун зимой не показывается, и найти его след – большая удача. Кстати, куница все-таки вышла, но встретить ее повезло не нам, а ждущему нас водителю. Он и со зверем познакомился, и даже фото сделал. С уникальным местом Лапландским заповедником мечтают познакомиться очень многие. И, конечно, туристов здесь встречают с удовольствием. Вот для детворы, да и не только для детворы, оборудовали специальную познавательную тропу. Маршрут, на котором можно узнать обо всех повадках и особенностях обитателей заповедника. В канун новогодних праздников детвору здесь встречает Дед Мороз. В прошлом году в Лапландском заповеднике побывали более 5000 туристов из разных уголков земного шара. Гости из Австрии, Индонезии, Китая. Людям интересна необычная природа севера. Особенно места, связанные с историей коренного народа саами. Люди приезжают в место силы. Они хотят посетить место силы, ну и, конечно, зайти к священному саамскому камню, подняться к Сейду, а это подняться на гору. Уже в ближайшее время в Лапландском заповеднике планируют оборудовать новые маршруты и выставки, связанные именно с историей саами. Но задача эта не из легких. Ведь очень важно, чтобы присутствие людей не потревожило обитателей заповедника, не повредило хрупкой природе. Ежегодно в заповеднике ученые ведут большую работу по изучению территории, делают открытия. В 2019 году энтомологи провели масштабное исследование мира насекомых. Первая группа собрала сведения и составила список видов жуков, чего у нас не было раньше. Довольно интересные находки. А вторая группа, они продолжили свои изыскания многолетние. Уже не первый год у нас работают на территории. И они пополнили существенно список насекомых Лапландского заповедника. И очень редкие находки у них, как для Мурманской области новые виды они выявили, и для европейской части России. Так что мы очень... довольны. Почти 90 лет наблюдений за природой и животным миром – это только на первый взгляд огромный срок. На самом деле природа Севера многообразна, загадочна и неповторима. Это обширное поле для исследований, и работы для ученых здесь хватит еще на многие и многие десятки лет.